Начало лета принесет долгожданные деньги 5 знакам зодиака. Жизнь превратится в сказку. Овен. Первый месяц лета даст возможность овнам поправить свои дела и подарит шансы на обогащение. Крупные траты будут удачными и принесут радость. Овнов охватит желание новизны, что тоже будет связано со значительными расходами. Однако они наполнят представителей знака энергией для новых побед. Телец. Июнь будет способствовать финансовой удаче. Однако основным препятствием, мешающим осуществить намеченные планы, станет жадность и лень. Нелегко, но необходимо будет также найти баланс между покупками и тратами. Астрологи советуют не проявлять излишнюю жадность и экономию. Близнецы. Начало лета станет для представителей знака удачным временем. Они смогут не только хорошо заработать, но и распорядиться средствами. Деньги сами будут идти в руки близнецам, что позволит достичь поставленных целей в короткие сроки. Удачными будут покупки и траты, как крупные, так и мелкие. Рак. Будет много возможностей заработать деньги, но могут возникнуть и непредвиденные расходы. С улучшением благосостояния появится много новых соблазнов. Раки смогут ни в чем себе не отказывать и чаще баловать себя приятными покупками и яркими впечатлениями. Однако астрологи советуют быть осторожными с чужими красивыми обещаниями. Козерог. Козероги в июне смогут вздохнуть свободно. Их финансовые дела постепенно наладятся и не нужно будет считать каждую копейку. Представители знака смогут сделать приобретения, о которых давно мечтали. В июне козероги смогут правильно распределить средства и контролировать свои финансовые потоки. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Понравилось вам это видео? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!